Он идет! Он идет! Он идет! Он идет! Опять кто-то хочет напасть на мой дом. Что же такое? Никто не может оставить меня одного! О, кто не помнит, что... Ядрить, колотить... Так вот! Вот кто хочет на меня напасть в этой серии! Это Танос проклятый! Ладно, если ты не помнишь, в чем заключается суть этой рубрики, то это мой дом. Это мой дом, это мой газон, я тут выращиваю помидорки, картофанки, иногда ко мне родители приезжают, я с ними тут шашечки жарю. Тут живет моя... собака, Люся, которой в данный момент нет, она живет в Португалии с родителями. Но не важно. Тут у меня находятся две плиты. И если вот эти чукарачина, вот эти плиты наступят, то тогда всему жопа, потому что подо мной много TNT. И также в этом хранилище находятся самые секретные вещи в этой вселенной, даже, возможно, камни бесконечности, которые этот проклятый Танос хочет украсть. Поэтому нам нужно подготовиться и настроить тут кучу ловушек до нападения Таноса и его армии, хрен его знает там кого. А ты напиши в комментариях, смотрел ли ты новые Мстители или нет, и понравились ли они тебе или также нет. Я также попрошу тебя поставить огроменный палец вверх прямо сейчас на этот ролик. Если мы наберем 25 тысяч лайков, то я обещаю то, что выйдет следующая серия. Ребят, это такая пробная рубрика, если она вам понравится, если я это увижу по лайкам, то я обещаю то, что сразу же выйдет следующая серия. Поэтому ставь лайкусик прямо сейчас, не расстраивай Эдисона. Мне на самом деле будет очень приятно, если ты его влепишь. А сейчас мы пойдем ставить ловушки. У меня есть буквально 5 минут, чтобы подготовиться. Главное самому не наступить на вот эти плиты, потому что если я наступлю, то я сам тут все к чертовой матери взорву. Они на меня еще нападать пока не будут. У меня есть ровно 5 минут, чтобы подготовить тут какие-то ловушки. Давайте мы пойдем быстренько домой и возьмем инструменты, которые я забыл. Рано или поздно я 100% наступлю на вот эти плиты, поэтому нужно быть аккуратней. Кирка и лопата. Мне кажется, то, что в данный момент мне как раз-таки только вот это и нужно. И как мы все прекрасно знаем, я же бог троллинга. Поэтому мне нужно придумать какие-то просто нереальные ловушки, чтобы Танос и его армия не прошли к моему дому, и также, чтобы они его не уничтожили. Поэтому нужно что-то думать. Смотрите, какой чудесный план я придумал. Я тут сделаю вентиляторы, чтобы они не могли перепрыгнуть через них, и также, чтобы вот эти вентиляторы отталкивали их, допустим, какую-то лаву. А между вот этими проходами я поставлю раздатчики. Из этих раздатчиков у нас будут вылетать стрелы. То есть получается то, что они и никак не смогут вот это обойти, потому что тут у нас будут вентиляторы, которые отталкивают их в лаву или в воду, которая также их будет убивать, они там будут тонуть. Или же им нужно будет проходить через вот эти такие небольшие четырехблочные коридорчики, которые также будут стрелять в них, знаете чем? Конечно же... Ой! Нет, дайте я вот так сделаю и смотрите, как это все будет выглядеть. Опа! Ай-яй-яй-яй-яй! Да только не стреляйте меня, я просто показал, я такую же фигню сделаю вот с этой стороны. Просто белиссимо, но также мне еще нужно будет, конечно же, подключить вентиляторы, чтобы они их отталкивали, но это уже чуть позже, потому что если я их включу сейчас, то я сам не смогу вот тут строить какие-то ловушки. Если вы спросите то, что они смогут это все обойти, то нет, они не смогут это обойти, потому что я тут наставлю всякие шипы, которые попросту не позволят им вот этого сделать. И, конечно же, с этой стороны также они просто не смогут пройти. Сейчас я тут выкопаю ров и заполню его лавой. Опа, разолю где-то вот тут. И с этой стороны я также выкопаю небольшой ров и заполню его водой, которая их будет убивать. Потому что если они вот тут будут проходить, то им попросту будет жопа, потому что эта вода их очень сильно будет коцать. Опа, заливаем сюда водичку. Я бы вам показал... Ну, вы видите, я вам показал и сам чуть не умер, поэтому нужно быть аккуратней. Сейчас мы тут сделаем вот такую перегородочку небольшую из паутинки. Что это у нас будет такое? Эта паутинка как раз-таки будет вести... Да хватит, я сам попадаю со своей ловушки! Эта паутинка будет вести их прямо, чтобы они не отходили в какую-то сторону. Прямо-то она их вести будет, но не забываем то, что вот это все у нас тут будет гореть и также поджигать наших роботов, Таноса и кого там еще.
Учитывая то, что паутинки у нас тут не хватило, мы продолжим с этой стороны обычной паутинкой. Ее у нас очень и очень и очень и очень даже много. Главное мне потом как-то выбраться отсюда. Я смогу, да, вот это я смогу перепрыгивать. А обычные монстры не могут же это перепрыгивать. Поэтому я очень даже умный. Хотя я вот тут немножко даже закрою. Не забываем то, что у нас также есть шипы. Шипы! А шипы мы расставим сразу же за тем, как наш огонек поджарит им задницы. И у меня еще осталось немножко песка души. Я его вот сейчас тут расставлю на всякие пожарные, потому что если монстрики прорвутся, то у меня есть секретное оружие. Какое, я вам пока не скажу. Но это уже на тот случай, если мне прям будет грозить кардинальный кобзец. Но я надеюсь, что такого никогда не будет. Опа, опа-па-па-па, просто прекрасно. Пришло время подключить вентиляторы. Подключаем быстренько вентиляторы и всем монстрам жопа. Ждем рассвета и будем с вами начинать. Мины я оставлю, зато время пришло. Время пришло взять мой арсенал и также забрать мой костюм. Сказал бы железного человека, но это ни хрена не железный человек, просто обычная алмазная броня. Моя прекрасная дверь в хранилище. Никто никогда не узнает, что за тобой там прячется. И также у меня есть тут секретный сундук, в котором есть нужные мне вещички, которые смогут мне помочь, если же Танос сможет прорвать мою оборону. Не наступаем на плиту, идем, вызываем первую волну. Ну шо, вы готовы? Ставь лайкосик прямо сейчас, если тебе понравится эта серия. Я обещаю то, что я запилю продолжение. Первая волна! Ну шо, жопошники? Погнали! Твою мать, я что-то не просчитал, или просчитал. А, не-не, пацаны, в эту сторону. Твою мать! В смысле, они бежали, как они бежали? Жопы! Твою мать! Так, воду, давай, воду, умирай! Я их что-то не в ту сторону заманил. Так, вторая попытка. Берем немножко земли, чтобы не перепрыгнуть. Пацаны, сюда. Молодцы. Ай, как они перепрыгивают, я сам застрял. Так, ну, давайте. А что, они не умирают в этой воде? Я думал, то, что они будут умирать. Жопы, как вы, почему вы не умираете в этой воде? Так, хорошо. Так, какие же они прыгучие, я не могу просто. Сейчас мы поставим сюда мину. Давайте. Проходите сюда, жопошники, идите сюда. Надо рискнуть. Идите сюда. Твою мать! А! Они меня сами в лаву загнали, ну как так-то? Дайте мне вылезти, пожалуйста. Жоп! Так, я очень рад, что у меня есть... Так... Па-па-па-па-па-па-па! Жопы, вы такие жопы! Как же вас много! А почему они не умирают в этой воде? Эта вода всех убивает! Так, они сейчас пройдут. А я не вызывал вторую волну, почему? Пацаны, так нечестно вообще-то. Хватит меня бить, почему вторая... Во-во-во-во-во-во-во! Все, один умер. Они мне взорвали проход, у меня больше не работает. Стрелоиспускатель! Зато я всех уже почти смог убить. Нифига себе какие... Пацаны, вы тут что-то мне очень плохо сделали. Так, постойте. Я пойму, что мне тут нужно исправить. Дайте я тут еще подожгу немножко проход. Почему вот эта вода их не убивает, если я... Да в смысле, почему меня засасывает? Меня не засасывает, это просто вентилятором меня сдувают вентиляторы. Давайте! Сволочи! Не, только не проходите дальше, только не проходите! Да, я опять застрял! А это... Не, это ты застрял! А! Сволочь! Так, прекрасно. Сейчас у нас будет очередь Таноса, и у нас еще остались двое воинов. Двое роботов, которых я сейчас просто перегашу всех. На! Собак! Демина, иди сюда! Иди сюда! Да почему ты не взрыв... Вот! Жопа тебе! Ну что, Танос? Настала твоя очередь. Мины у нас есть. Я еще одну сюда поставлю. Еще одну вот сюда поставлю. Ну что, Танос, сволочь, гнида, а?
Давно мы с тобой не виделись, иди сюда! На! Иди сюда, иди сюда, давай, 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 миленький, давай, давай! Давай, 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 давай! Твою мать, я сам под... Не-не-не-не-не-не-не-не, так, так, я еще сам в лаву попал, я еще сам в лаву попал! Да чё ж то такое, Танос сранос всякий! Не бей меня, пожалуйста, не бей меня, пожалуйста. Ща, 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 ща. Ты чё, проберешься ты сюда? Посмотрите, как он взлетел. Ничего страшного, Танос, ничего страшного. Мы сейчас тебя загасим. Главное, не наступить на плиту, я уже не знаю, в какой раз я это повторяю. Дробаш! Потому что Таноса я просто так не убью. Иди сюда. Я, конечно, не буду злоупотреблять вот этим оружием. Но тут, как я вижу, бардак полный. Иди сюда, Танос. Подошел сюда! Чё, 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 все, уже не нападаешь, да, не нападаешь, не нападаешь. А у меня тут еще мины есть, чувак, у меня тут мины есть. Иди сюда, пожалуйста. Подойди, подойди, подошел. Иди сюда. Опа! Ты где? Ты чё, в воздух подлетел? Так, 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 так. Чё, не можешь выбраться, не можешь выбраться, не можешь выбраться. Сейчас я тогда тебя отправлю туда-назад, где у меня горит земелька моя. И сейчас ты сам там загоришься. Или иди сюда. У меня тут дофига лавы для тебя есть. Иди сюда, чувак. Подошел. Я сказал, подошел! Не хочешь идти сюда? Значит, у меня последний залп патронов. Готовься, Танос. Ты такой мощный, то, что у тебя перчатка бесконечности, но ты не можешь одолеть воду. Сволочь! Я аж вспотел на самом деле, просто жарище на улице не могу, 22 градуса. Я на самом деле удивил даже себя, потому что я сделал нереальный план, который не пропускает врагов на мою линию фронта, а чтобы все же туда им пройти, им нужно преодолеть очень-очень-очень большую полосу препятствий. А как видите, ни один не смог справиться. Но, как я уже сказал, это пробная рубрика, и в следующих сериях войско будет увеличиваться в 2, в 3, а то и в 4 раза. Мы будем строить ловушки, которые будут намного масштабнее, чем вот эти, и войска будут не состоять там из 40, из 50 воинов, а уже будет по 150, по 200 воинов. И если ты хочешь увидеть такую масштабную битву, вы, ребятки, знаете, что нужно делать. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, дождик, дождик, дождик. Давайте отправимся домой. Нельзя простыть, нельзя себе задницу простудить, поэтому давайте отправляемся. Они даже сюда не зашли. Надо раздеться и сесть на свою кроватку. Ребятки, давайте набираем 25 тысяч лайков. Я обещаю то, что сразу же выйдет продолжение, если вы хотите, конечно же, его видеть. Не забывай подписываться на мой канал и не забывай писать в комментарии свои впечатления об этом ролике. Я читаю все ваши комментарии. Некоторые комментарии я лайкаю, на некоторые отвечаю. Поэтому не ленись, напиши. Еще раз поставь лайкусик, не будь ленивой жопой. Скажу тебе огромное спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.